Всем привет, друзья, с вами, как всегда, драйвер 51 РУС. Версия игры, как обычно, 0.0.3.16. Пираточки старую новую версию программки для видеозаписи с экрана с игры. Значит, ссылочка на партнерскую программу, кто насобирал подписчиков VSP Group. Йола, они сейчас переименовываются. Значит, все будет под видео на канале, ребята. В группе смотрите, все, ссылочки будут там. Значит, так, все вроде включил. Как обычно, сегодня у нас, да, очередной конверт я сделал. Очередной конверт автомобиля. Поедем, наверное, да, как обычно, побережье. Будет у нас Mercedes-Benz GL 500. Вот такая машинка будет. Давайте поставим их две. Одна хорошо, две лучше. И поедем. Свой звук, ребята, в машинке присутствует. Значит, по колесикам давайте пробежимся сразу. Такие дефолтные. Такие. Такие узкие, видите. Такие же есть еще, ребята, широкие колеса. Эти, видите, узенькие. Вот такие же есть широкие. Биг. Видите, какие тапки здоровые. Колеса Брабус. Такой вариант. Так, эти здоровые, широкие мы смотрели. Потом оффроудовский вариант колесиков. Такие хромовые, никелированные, такие, ух. И тапки. Значит, по запаскам, то есть можно ехать, например, на таких колесиках, вылупить вот такую запаску. 150 ремонта дает. Значит, можно ехать. Присутствует запаска вот под такие внедорожные колеса, тоже хромированные, видите, колесики, тапки обалденные. Наверное, давайте на них и поедем, прилепим. Пока на Туле я поставил 4 очка гаража, 20 литров топлива, 200 ремонта, и давайте заведем данный автомобиль. Сейчас еще планирую синхронизация света по нему. Такой вот тонировочка, все как положено, подвесочка мягенькая, все пачкается, видите, с салона. Анимации, конечно, нет тут руля, но лично мне нравится, не знаю, как вам. Видите, сзади подфарнички со светом включаются. С дальним ближний свет я уже сделал, включается автоматически ночью, когда приходит ночь. Так что как-то так, давайте поедем, откроем гараж, посмотрим, как она вообще едет. Заедем заодно на заправку, в Тулю можно 20 литров заправить, заправим. И больше на заправку заезжать, наверное, не будем. Вылить топливо, погнали. Погнали через реку, наверное.
Ох, сейчас чуть не поймал, ребята, дерево. Вот тебе и здрасте. Чуть не воткнулся. Проходимость у джипика паркетника такого, значит, отличная на таких колесах. Прет как танк. Вот тебе скрин хотел сделать. Машина вся чумазая. Будем ждать, когда будет чистая. Водилу сажать туда не буду, нету смысла, как бы, чё, нафиг он там нужен, стекла тонированные. Оп-оп-оп, стопэ. Когда же я доделаю сюда мост. Урон, ребята, по лобовое стекло прилетает. Полетели. Полетели, наверное, в дальний гараж. Блин, опять этот мост. Ё-моё, стой. Камеры беда бедовая, я не могу никак прицелиться. Блин, дуже. Да что ты будешь делать? Никак не могу побить балду. Да ё-моё. Ну, ребята, извинения, сейчас прицелюсь. Сами понимаете, скрин нужен по лимбасу. Все отлично, погнали. Видите, с камерой тут тяжело бороться. Давайте еще такой щелкнем. Прям с морды. Да ёшкин кот. Еще и эта балда прилипла. Там баг какой-то, наверное, от плюса. Ай. Ох, рыгнулся бы прямо сейчас. Да ё-моё. Вот.
придумали, это попроще, не могли что-нибудь там уйти. И угадай, как тут щелкнуть ровно, да ё-моё. Так, все, отлично, погнали. Управление, ой, где тут поворачивать-то не тут, тут, тут. Управление, ребята, отличное, проходимость отличная. Выглядит прикольно. Подвесочка работает хорошо. Естественно, сейчас стулья 4 очка гаража несет, я сделаю по одному. Потому что, ну, все, открылись. И меняем облик. Ребята, ставим тапки большущие, такие широкие. Где-то откуда лучше посмотреть-то, вот эти. То есть поуже, есть пошире, мы ставим пошире, конечно. Так, убираем упругую запаску, вот мы ее убрали, ставим обычную и, конечно же, ставим вот что. И превращаем наш Мерин опять же в модный драндулет. Жалко, никого нету. Уступите дорогу. Ё-моё. И дадим тут жалу сейчас на нем. Бензо. А, бензо мы заправили в гараже, да? Туда нам не нужна. Вау. Ремонт у нас в запаске, по-моему, и в мигалке там есть. Так что, если что, сломаемся, починим, наверное. На немножко хватит.
черепушку такую, ребята, тоже есть видео на канале, ссылочка на данный рычаг передач. Выскакивает ошибочка, ну там посмотрите, выскакивает ошибочка при запуске игры, нажимаете ОК, и все, и мультики, и все отлично работает, игра не вылетает, никаких проблем. Видите, нажимаете на рычаг, глазища загораются, ух, рычаг обалденный. Там видео, как устанавливать, где скачать. Все легко и просто устанавливается, вообще без проблем. Так что, кому нравится такой рычажок, можете поставить. Ссылочка будет под видео на канале. Найдете все это и в группе, и на канале. Какой-то вот палки, наверное, опять прилетело. Кто буду в палки в грязи торчат, цепляет их. Ну, зарылся, то давай вылазь. Все отличненько. Интересно, если я восстановлю в гараже, машина будет чистая? Ну-ка.
О, и висяк какой-то сразу. Вот тебе и чистая. Да нет, вот отлипло. Восстановить, да? Нет, не восстанавливает, ребята, что-то какой-то висюлька какая-то. Ладно, она сейчас отпустит. Не буду я больше пытаться восстановиться. О, все, окей. Все понятно. Давайте перекинем колеса. Колеса по-любому должны быть чистые новые. Так, вот я буду читать. Откуда солнышко-то светит, не пойму. Надо пересесть, мне главное еще раз поставить вот эту поровну. Тайю, конский городовой. Что за чёрт с этой камерой? Ну что-то среднее вот надо, хрен попадёшь. Как тебя тащить-то, ё-моё? Так что вот, ребята, получается такой мерсик GL500. О, включайте синхронизация света, смотрите, вот можете понаблюдать, видите, загорается. Давайте подождем немножко. Подписывайтесь, друзья, на канал. Ой, на второй тоже, видите, включается ближний свет. На канал и в группу. Ставьте лайки, будьте активнее в группе. По истечению, как наберется на канале подписчиков 1000 человек, будет разыграна игра Spin Tires. Лицензия стимовская в группе. Так что мониторьте в группе, мониторьте на канале, будьте активней. Понаблюдаем мы сейчас тут. Синхронизацию света. Время идет, видите, 19. Сейчас уже фарки разгорятся и будет гореть ближний свет. Дальний у нас идет включением, видите. Еще даже надо будет прописать габаритик сюда, наверное, маленький. Все, у нас вот ксенончик. Фары, видите, все сильнее, сильнее разгораются. Сейчас вот еще немножко давайте подождем, игровое время пробежит и фары будут вообще адекватно светить. Будет внизу перед машиной подсветка от желтых вот этих противотуманочек, и белый свет будет от ближнего света и от дальнего, естественно, обычное включение света. Давайте такой скрин пиндюрим. Кому интересно, можете зайти у меня в стиме посмотреть.
ник мой. Сами видите, какой в Стиме, а то некоторые пишут глупые вопросы. Какой у тебя ник в Стиме? Смотрят видео и спрашивают, какой ник в Стиме. Естественно, на такие глупые вопросы я отвечать не буду. Времени мне на это нет. На такую ерунду, скажем так. Все, ребята, вот свет у нас горит, пожалуйста. Ночью все это у нас будет выглядеть вот так. Как потемнее тут будет, все от мигалок будет, естественно, свет этот падать на соседнюю машину. Видите, все освещается. Настоящее. Видите, все тут, все красиво. То есть вот выключаем свет, внизу видите, свет идет от желтых фар сначала, такой желтоватый. Надо асфальт, наверное, найти или что-то, не знаю, куда подъехать, чтобы посмотреть. На траве, может, лучше будет видно, что вот видите, такой желтоватый, а дальше белый. То есть как-то так вот складывается у нас такой автомобильчик. Можно помигать дальним светом. Кстати, поровнее еще такой в темноте скрин сделать, что ли. Ровно сейчас камеру подогнать. Да ёлы-палы. Вот что-то рядом было. Как-то так. Так что вот, друзья, я уже тут наигрался, накатался. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки на канал, в группу. Всем удачных скачиваний, удачных покатушек, машинка пока в доработке. Кому интересно, пишите, звоните. По возможности буду отвечать, как будет время. Так что как-то так. Все, всем спасибо за просмотр, всем удачки. Ищите друзей, подписывайте их тоже на канал. Будет розыгрыш, возможно, вам повезет. И станьте обладателем лицензионной игры Spin Tyrus. В Стиме она стоит 800 рублей. Тут можно на халяву практически приобрести. Так что, ребята, задумайтесь. Кому интересно, может быть, вам повезет. Всем удачки и пока. С вами был Грайер 51 Рус.